почему обязательно один из нас должен олицетворять зло, а другой добро? Встретились как-то два божества Демиурга и решили создать один мир на двоих. Так начинается псевдофилософское безумие в трагикомедийных тонах. Псевдо, потому что сюжет не претендует на философские истины. Все увиденное – точка зрения режиссера Алексея Плахонина на восприятие мира. Витиеватый театральный жанр придумал сам Алексей. В пьесе он играет черного Демиурга. Как вот обозвать то, что будет происходить на сцене? Мне кажется, что это спектакль об ответственности создателя перед своим миром и об ответственности мира перед своим создателем. На день рождения подарили книжку Бармора, записная книжка называется. Я там увидел цикл рассказов про демиургов. Творцами мира демиургов назвал древнегреческий философ Платон. Герои спектакля – божества, честолюбивые, иногда крайне недовольны собой, но в общем существа симпатичные. Подобно людям, они ходят в супермаркеты, но покупают там не продукты или вещи, а небесные светила, океаны, животных для создания своего мира. Сотворение мира для чайников. Ерунда. Люди для демиургов что-то типа домашних питомцев. Божества лепят их из пластилина или выбирают по каталогу, а потом определяют, сколько их подопечным суждено жить. Сколько времени тебе нужно на то, чтобы построить дом, который простоит 40 лет? Ну... Так, стой! Про все тебе... Хватит! Спектакль поставили для зрителей старше 14 лет. Юные артисты из театральной студии «Этюд» задействованы только в первой части спектакля. Фантастическая история с элементами философии длится 1,5 часа. Премьера запланирована на 26 апреля и пройдет в городском доме культуры. Наталья Погодаева, Александр Лисенюк, Альфа-Новости.